know about that. Вот это походу тут. Да! Че вы там, нашли проход, что ли? А рука там. Рука? Вот там. Вот там. Значит, мы где-то вообще вот тут же стоим. Вот, вот это вот. Это вот здесь вот. Там за мы стоим где-то вот тут. Они сейчас пошли вот по этому туннелю. Вот туда вот. То есть они сейчас либо вот сюда вот пошли, вот к этому завалу опять. Только не через трещину, а через это. Либо они пошли вот по этой фигне. Либо они пошли вот по этой фигне. А нам надо вообще либо вот через вот этот залаз и вот так обойти, либо вообще вот так возвращаться. Да пиздец. Нет, ну быстро. Тут-то как раз быстро. Наверное, надо идти. Удаляются, удаляются. Никуда не уйдут. Там тупик. Они вот сейчас заблудятся. Они либо сейчас зайдут в грот Афанасий, либо они сейчас зайдут вот сюда куда-то. Что они пошли вот туда, на север. Вон, слышал, вот грот Афанасий. Афанасий наш? Да. Он с этой стороны. Да, а нам нужно вообще вот по этому туннелю. Вот он, юг. Можно дойти до Афанасия, пойти по правой этой стороне, и даже как раз мы высунемся. Да! Вы что там нашли, Афанасий? А дальше хода нет. Почему? Вот смотри, если мы из Афанасия попадем по правой, повойдем по правой стенке, то есть вот отсюда. Это вот правая стенка, пойдем. Она прямо вот здесь вот. Да? Да. Вот мы-то вот здесь. А стоим. У вас там тупик в Афанасии? Нет. Если они зашли в Афанасий, они по этому ходу. А мы сейчас стоим вот здесь. Мы сейчас вот эти вот две плиты должны увидеть. Вот они, вот они лежат. Вот эти плиты лежат. Ну, давайте туда. Ну, в любом случае, сейчас сюда вернемся. Почти. В принципе, прикольно. Посмотрим. Фанаси. Так. Так, 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 так. Здесь короче не корбитку. Здесь же много новых, и они не нанесены. Было бы офигенно. Брать свою ручку и наносить. Да, 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 но не в такой большом количестве народа. А нам вот туда надо. Вон туда. Сейчас, ладно, пошли туда к ним. Мы сейчас вылезем сюда же, только с другой стороны. Ну что? Давай, давай. Я вас ищу. А я вас жду просто и все. Я жду, пока вы вернетесь. Чем мне бегать? Ну, что там, Лёв? Так, сейчас, секундочку. Плиз, плиз, плиз. Иван, держи. Не, я не... Да я знаю, где мы, куда мы, чего мы. Не нужно мне, я это все равно запутаюсь тут. Вот он, Афанасий. Ну, возьми. Вот. Ну, она закрыта, она закрыта игра. Вот Афанасий, вон он. Вот Афанасий. Есть Афанасий. Вот Афанасий, видите? Главное понять, где мы, Афанасий. С какой стороны, с этой или с этой? Мы прям в нем, Илюх. А ты на стрелку компас посмотри. Давайте. У меня там есть. Давайте сам уже здесь положим. Различные инструменты для этого. Самород сам уже. На жилисто уже не было. Я говорю саму. А. Жилисто это надо. Само, да, такого. А то придется двоих. Так, ищем кандидатуру. А где Афанасий написан? Вот. Я не ищу.
Надо, короче, эти владельцы брать. А вы хотели сделать то же самое, только наносить на карту информацию? Ну, тут да, фактически. То есть все вот эти отметки, все, что есть. А, нет, мы хотели рисовать карту. То есть, по схеме, ну, координаты записывать, то есть, и делать карту пещеры. А, ну, с нанесением всех надписей? Да нет, зачем? Хотя, у нас можно. Тренировочная, но это же при желании. Тут это, если все снимать, то это, ну, долго. Это понятно. А как меряется расстояние? Лазерный замер. А, все, я понял. То есть углы? Расстояние углы. И компас прицельный. Круто. Будет чем заняться ночью? Ну, я думаю, ночью. Ну, мы там так чем заняться. Пару петель надо снять, потом свести. Пока у нас подвижность получилась. Так, ну ладно. Что, пойдем еще стоим? Так, ну что, пошлите дальше. Ну там есть как бы проход, но он такой, не очень хороший. Но он как бы или ко второму входу идти, но там тоже завал. Где проход? Да. Нет, там как бы есть дырка. Ну как бы там дырка, и здесь по карте точно такая же дырка. То есть фиг его знает. Левый. Не надо копать право. Так. Жить. Вообще-то вот это как бы. Первый, второй. А вот второй. Ребята, вы прошли все повороты. Мы прошли все повороты. А кто? Вот это второй поворот. Сюда нам и нужно? Да. Вот был первый залаз. Вот они, два залаза, видишь? Первый, второй, ищи шестерку. Прямо. И слева где-то вдалеке шестерка должна быть. Вот где-то... Здесь дальше проход есть, но он не очень хороший. Да, 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 но вот где-то там шестерка должна быть написана. А справа от тебя должен быть хороший проход. Сюда! Ребят, идем! Куда? К нам! Куда? Так, шестерки ты не видишь. Кричали же, что стоп. Все, поперли-то все. Нельзя. Шестерка должна быть прям вот... А второй проход есть такой, знаешь, заваленный слева. Сейчас я тебе посвечу. Подожди меня. Видишь меня? Видишь меня где-нибудь? Ты там еще? Да. Не видел меня? А, ты ушел налево? Да. Иди сейчас налево. Посмотри, увидишь ты меня в дырке или нет? Вот где-то здесь. Ну, свет проходит? Да. Все понятно. Там проход. Там? Да. А здесь не войдем? Ну, войдем, но здесь хуже. Вот, вот. Вот, мы сейчас стоим у этого отверстия. Угу, ну, следующий. Он зашел в это отверстие. Угу. От этого отверстия прям ровно прямо, и мы уходим в нужный грот. Угу, а все возвращается. Давайте чуть-чуть назад. Да. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть. И аккуратненько. И налево. Кто там ходит-то? Фу, я, честно говоря, никого не запомнил по именам.
вообще. Сейчас все в эту дырку и сразу берем правее. Прямо как бы. Давай вперед. Сейчас, вперед. Я последний. Вот в эту дырку. И там берем как бы прямо, но чуть-чуть правее. Там должен быть хороший широкий проход. И где-то впереди должна плита упавшая быть. Все вернулись? Сейчас надо пересчитаться, потому что это место такое, скажем так, обратно отсюда не вылезти. Ну, вылезти через второй вход. Ну и через первый. Так, Илюх, все, ты последний? Так, вот плита упавшая. Где? Вот сзади. А она помечена на карте? Да. Так. И теперь мы дошли. Перед нами должен быть зал с колоннами. Вот, наверное, впереди, нет? Или это слушай, зал с колоннами? Думаешь, нет, зал с колоннами там должен быть человек, да? Щель быть. Да нам дальше надо. Дождите меня здесь. Я думаю, что нам сюда. Там мы должны к щели прийти. Там стрелка черная была, не помнишь? Это не имеет значения. Тут тоже стрелка. Нет, специальная стрелка. Они не такие. Вы сейчас уходите. Хотя можно и там обойти, но там дольше. Там три пролаза. Там глина. Там еще один вход в пещеру. Закопанный. И ты хочешь идти в какую сторону? Давайте выберем одного сусанина. Мы стоим сейчас вот здесь. Ну, и нам надо. Они пошли вот туда. А нам надо попасть. Вот дорога главная. Компас применяешь, ориентируешь. Да. А, ну отлично. Илюх, я первый раз в жизни ориентируюсь. Не, подожди. Если в компас, не скажешь. Ну что, идем к тебе? Вы идете ко мне. А где мы вообще? А оставшиеся-то где, Иван, группа? Иван, покажи, где мы. Там? Мы нам вот тут стоим. А, нам нужно далеко, нам нужно к слонику, вот сюда попасть. Да. Мы либо сейчас обходим, как они, но здесь вот показаны отметки, это что, пролазы 14, 15, 12, да? Нет, лучше идти вот сюда, к 10. Ну, мы либо можем вот здесь пройти, здесь вот здесь завал. Ну, давай пройдем. Все равно, в какую сторону идти. Вот. Ну, а тут где все-то вперед ушли, да? По там. Пошли. Погоди, мы сейчас... Они могут как-нибудь... Там, мы ладно, стоим вот здесь. Нет, мы здесь. Нам надо сюда, понятно. Они да. Как-нибудь могут другими путями? Потому что я думаю, что часть группы там, блин, я не знаю где. Нет, они сейчас, если они опять свернут сейчас налево, они опять выйдут вот сюда вот. К второму входу. Вот здесь, видишь, куча. Я понял, давайте. Вот еще один вход, вот второй, еще два входа. Два входа не раскопанных. Нет, давайте подождем. Вообще я хочу уже по-большому и по-маленькому, по-разному покушать. Давайте посчитаемся. Че, два, три, трое, три человека нас. Главное, сколько вас? С кем ходить, чтобы не заблудиться. Не, ну вот сейчас как бы я понимаю. Они слишком быстро уходят. Да, да, да. И поэтому ориентирование, качество уже падает. Ваня! Вань! Да. Вань, ты который? Да. Слушаю. Ваня, который с камерой? Да. Но, а есть более качественный путь?